В Орске прокуратура Ленинского района совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области проверили, как обстоят дела с мусорками города. Установлено, что контейнерные площадки по улицам Докучаева, Донецкой, Украинской и Космодемьянской не имеют твердого покрытия. Также на них не установлено ограждение и отсутствуют специальные площадки для крупногабаритного мусора, что приводит к захламлению территории. Площадки на улицах Комарова, Олимпийской и Тагильской не имеют ограждений. Не у всех баков есть крышки. У прокуратуры возникли вопросы к площадкам с раздельным сбором мусора. Они располагаются не на твердом покрытии, а непосредственно на земле. И вдобавок допущено смешивание различного мусора. Выявлены в ходе проведенной проверки нарушения, приводят, соответственно, к неблагоприятной эпизодической ситуации по возникновению ряда особо опасных карантинных болезней. Помимо этого нарушаются права граждан и благоприятно окружающую среду. Выявлены нарушения, свидетельствуют о недостижении задачи цели национального проекта «Экология» в сфере охраны окружающей среды, ввиду чего в адрес Управления жилищно-коммунального дорожного хозяйства администрации города Орска внесено представление, которое находится в настоящий момент на рассмотрении. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.